Николай, я надеюсь, она меня не слышит сейчас. Сейчас она за Украину. Она плачет при виде выехав из зоны АТО, из там, где стреляют, она плачет при виде украинского флага и поддерживает Украину и говорит мне о том, что многие вот на их поселке, даже те, кто ходил голосовать за ДНР 11 мая, они ходили голосовать не за это. То есть люди всегда хотят изменить свою жизнь к лучшему. Как только они поняли, что их обманули, что жизнь стала хуже, сейчас, значит, общественное мнение склонилось на сторону Украины. Чьи еще запитания? Насколько я знаю, по